Ладно, я уверен, что вы захотите, чтобы этот сундук задонатил. Поэтому смотрите ролик до конца. Сейчас будут донатить. И это я в начале видео ставлю. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, если вам нравятся видосы по твинку. И нравится, когда я открываю сундучки. Только доначу ради вас. Смотрите ролик до конца. Ну что ж, друзья, всем еще раз привет. Я нахожусь на твинке. Под прошлым роликом собралось 5к лайков. У меня были условия. Если вы соберете 5к лайков, я пилю новый видос. Вы выполнили условия, теперь выполняю я их. Если на этом ролике также соберется 5000 лайков, естественно, сажусь записывать новую серию. Значит, что в этом выпуске я хочу сделать? Я хочу поднять твинка на еще одну арену выше. Это арена электрическая, она считается мне, ну, как предпоследней до финишной прямой. То есть 3800, 4К это уже реально... ну и вот забрался я на вышку, и там уже на этой вышке я начинаю дальше двигаться. То есть 3800, 4К это уже такая планка, там уже одинаковые арены пошли, то есть ничего не меняется. Короче, финишная прямая вот будет на электрической долине. Не забудьте подписаться на канал, если не были подписаны. На колокольчик проверьте, включен ли у вас колокольчик. Нажмите на него. Вот, ну и, собственно, я готов. В колоде ничего не поменялось, все так же. Надо сделать 3 победы. Я готов, поддержите лайком. Поехали. Понеслась. Так, Тигран. Тигран против нас. Ух, как чувствую, будет сложно, блин. 9 уровень, хотя... турнирная прокачка, нормально. Так, что, пеки нету. Чем дефать принца? Так, ну, элитными варварами будем дефать. Так, там у нас призрак. Чем же призрака законтрить? Ну, давайте тут зап используем. Блин, призрак первого уровня, не знаю, много урона нанесет мне или не сильно. Так, 2 удара, 3 удара. По 200 хп сносится, 4 удара. 5 ударов уже. 6 ударов по 200 хп. Ё-моё. Так, сразу палач. Ой, как хорошо. Ой, я желаю каждому вот такую орду мух под палача. Ну, я мог бы, конечно, не дать нанести урон моему... не моему, а его шарику. Но я этого не сделал. Я хочу сейчас проатачить. Но, слушайте, не сильно получается пока что. Ой-ой-ой-ой-ой. Каким-то обычным шахтером он задефал. Лол. Так, ну что ж, выбрасываем варваров. Быстренько убиваем его призрака. Готовим зап на армию. Ах, блин. Так, что там будет, принц? Да, принц. Так, принца будем встречать пекой. Встречаем принца пекой. Убираем его принца. Так, ордамух будет. Будет ордамух, скорее всего. Блин. Ай-яй-яй-яй. Так, ладно. Ой, палач. Палач. Так. Хорошо, ледяного духа сливать нельзя, так как у меня только палач, который дефает шарик. А ледяной дух хоть немножко остановит. Так, здесь смотрите, ледяной дух. Дальше вот так вот делаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно, пожалуйста. 0 удара, отлично. Так, тут у нас зап. Ах, стих, все. Я, короче, что-то поплыл. Ой, хорош. Нифига, четко сделал. Неожиданно. Очень неожиданно. Так, поехали. Поехали. Я вот снимал видосы до этого и говорил, что пипец, как мне достали гиг-скелеты на этой арене. Че их все так глобально используют? Что в них такого, блин? Так. Хорошо. Ну, это изи. Это изи. Так. Элитки, элитки, что-нибудь останавливаем. Останавливаем как-нибудь. На пеку не хватает эликсира, там, если принц будет. Все, хватает на все теперь. Что, неужели я выиграл? О, жесть. Думал, не выиграю. Заставил меня противник. Ой, попотеть. Так, вот против шарика реально сложно мне. Гиг-скелет просто везде. Он меня так немножко раздражает. Так, 10 уровень. Вот элитки, наверное, не так будут раздражать, как гигантский скелет. Ну, в принципе, ладно. Хотя он мне особо не составляет никаких проблем. Но неприятно все равно, неприятно, что он просто у всех как-то. Блин, вот армия скелетов тоже у всех. Так, ну ладно, это понятно, почему.
Потому что... Слушайте, а если... Не, давайте палача выбросим. Или так пока сливать не будем. Мне вообще нечем дефать. Мне нечем дефать. Ну, что я тут сделаю? Как пытаюсь как-нибудь нанести урон. А, нет, только не второй. Не вторая тычка, блин. Одну тычку, да, сделал шарик? Одну. Ух, блин. Ну вот шарик дефать нечем. И назло шарик. Еще и славой. Серьезная колода. Так, вот сейчас... Ух ты. Чё? Он запом убил моего ледяного духа? Это чё? Это как вообще? Это законно? Блин. Чё сложно так? Электрическая долина. Я хочу к тебе без поражений дойти. Окей, я тебя понял. Поехали. Пека. Ух, пека, пека, пека. Дальше. Палач. Да. Просто Unreal. Ай, боже, так. Ну, давайте зап, я не знаю. Так. Пека, тычку. Ах, там же этот, блин. Не, не Unreal, блядь, я не знаю. Сука, что делать? Просто смотрите, что происходит. Яд. Если бы яд не слил, мне кажется, он бы просто меня забрал. Да пошел ты, я не буду по этой стороне атаковать. Да нет, почему на... Так, надо переагрить. Переагриваем. Так, вышку забираем. Это меня устраивает. Так, здесь у нас элитные варвары будут. Так. Элитные варвары. Угу. Ну, надо крутить, короче, дохога, я не знаю. Или давайте пеку. Все. Ой, дохога, до палача. Так, до палача. Ну, урон пройдет, пройдет. Одна тычка от шарика однозначно будет, но... Бля, не попал торнадо, но фух, всего лишь одна тычка. Минус пека. И снова лава. Блин, как же быть, как же быть, так. Ох, боже. Ну, крутим до палача. Зап. Крутим до палача. Вот еще один палач. Угу, так. Блин. Так. Вроде весело, да, палач, все дела. Но, с другой стороны, не все так легко, как хотелось бы. Так. Давай, 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 давай. Как же щекочет по нервам. Так, ну вот сейчас, в принципе, должен зайти нормально. Зайти к нему. Так, poison. Хорош. Зап. Там варвар, варвар еще выжил. Смотрите, смотрите, что происходит. Давай, варвар, ты. О, кстати, я не добил. Крутим, крутим, крутим деку. Крутим до poison'а или что там. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 27 хп. Давай, 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 холдик, тащи. Да, я тебя просто уделал. Жесть. Фух, против лавы пот. Против лавы пот. Еще и пламенный. Ай, класс. Ну что, последняя игра. Поддержите меня там в комментах, пожалуйста. Поехали. Так. Так, так, так. Очень, очень рассчитываю, что не будет шарика. Что угодно. Давайте големов, пек... Ой, големов, гигантов. Где они, эти карты? Чё? Вот я... Тихо, 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 тихо. Давайте хога. Ой, пеку. Блин, пеку... Пекай дефаю хога. Просто капец. Сейчас ордамух будет. Чекайте. Ну, ордамух? А, нет. Зап. Дальше что? Бандитка. Минус стычки просто. Ну, полетели. Полетели забирать его башню. Так. Лол. Просто вот это жесть. Неужели его сейчас на трешечку накажу? Офигеть. Все, пацаны, трешка. Пацан пропустил удар. Все. Теперь просто добиваем его.
Все. Прямой в бороду. Замечательно. Замечательно. Ну что, 3400. Электрическая долина. Я это сделал. Тоже прикольная арена. Мне нравится прорисовка. Прикольная. Итак, что у нас тут? Опять то же самое. Че, блин, донатить, не донатить? Не знаю. Че-то много выходит денег. У меня гемы заканчиваются. Мне еще гемы надо закинуть. Слушайте, блин, я не знаю. Легендарный сундук короля. Блин. Ладно, я уверен, что вы захотите, чтобы я этот сундук задонатил. Поэтому смотрите ролик до конца. Сейчас буду донатить, и это я в начале видео ставлю. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, если вам нравятся видосы по твинку и нравится, когда я открываю сундучки. Только доначу ради вас. Смотрите ролик до конца. Ладно, поехали. Ну это капец, конечно. Я за 3 дня 3 арены или сколько поднял. Так, ладно, донат. Так. Поехали. 400. Оп. Так. Ну, возьму льдинку. Ледяной дух. Возьму мини-пеку. Возьму зап. Хорошо. Фак. Возьму зеркало. Валькирию возьму. И яд. Яд, безусловно, на 5-й уровень улетает. И поехали, леги. Так, дровосека. Да, просто шикарно, дровосек. Блин, класс. Блин, попробуем теперь с дровосеком. Правда, я не знаю, пека 7-го уровня пока будет, 6-го уровня получше будет 1-го дровосека. Но это уже прикольно, это уже можно попробовать. Так, мы сразу можем прокачать поезда на 5-й уровень. Мы сразу можем прокачать еще разряд на 8-й уровень. Ну, друзья, с дровосеком реально прикольно. Вот бы его прокачать на 2-й-3-й уровень. И вообще шикарно. Короче, мужики, будет стрим сегодня. Я буду апать 3800. Обязательно приходите, нажимайте на колокольчик. Кто досмотрел до этого момента видео, поставьте плюс в чат. Посмотрим, сколько людей смотрят ролики до конца. Желаю вам удачи. Спасибо вам всем за просмотр. Ну что, друзья, это финишная прямая. Топим на 4000. Всем удачи, пожелайте мне и мне тоже. И пока.